выезжаем мы из Нахоси. И, конечно, сегодня осталось буквально осталось 3 дня у нас до вылета. До вылета обратно. И мы, конечно, сегодня приехали к нашим епископам домой попрощаться с ними. Потому что, ну, они специально устроили обед, собрали всех вместе, всех служителей, которые находятся, их помощников, епископов, которые здесь были. И вот мы приехали вместе сегодня здесь, отпраздновали и уезжаем. И вот такая вот погода, прямо ветер сильный поднялся, песок метет. И вот наши драгоценные дороги, на которые мы уже вернемся, наверное, только через 6 месяцев. И дождь еще начинается. Идет к осени по местным меркам. Да, и по местным меркам уже идет к осени, но осень еще 2 месяца, пока начнется осень.